дышу теплотою, а в душах тёсли эта теплота. Стучат поездом поезда. Очень рад сегодня присутствовать здесь, от всей души и всего сердца хочу поздравить всех вас, всех нас с Днем Шахтера. Давайте поаплодируем сами себе, громче, 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 где вы?
Шикарно, все круто, молодцы вообще. Настроение хорошее, молодцы. Организаторы шикарные, все хорошо. Мы пришли сюда всей семьей, это очень хороший праздник. Люди довольны, счастливы. Я так думаю себе. Ну, замечательный праздник. Нам нравится. День шахтера – это как для нас, как второй Новый год. Также, даже больше, можно сказать. Это грандиозный праздник. Концерт замечательный. Все очень довольны, все рады. Сегодня большой праздник, и это особый праздник для города Шахтинск, потому что это в нашей стране самый шахтерский город. И потому что здесь живут сильные духом люди, я в этом сам убедился. И ведь шахта выбирает сильных духом людей, и сильные духом люди выбирают шахту. Я еще раз хочу вас всех поздравить с праздником. В первую очередь поздравить наших ветеранов, которые стояли у истоков развития угольной отрасли и которые подготовили достойную смену. Спасибо вам, дорогие ветераны. И всех с праздником. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жақсы күндердегі десек, жылдан жылға осы мерекеде осындай жақсы көңілмен кездесіп. Рахмет. Жителей Шахтинска с праздником. It is you who go down to the depths of the earth to bring the black gold out. Это вы, кто каждый день спускается вниз в недра земли, чтобы добывать черное золото. We appreciate your courage, we appreciate your commitment and your resolve, what you show day in, day out. Мы высоко ценим ваше мужество, вашу самоотверженность и высоко ценим результаты, которые вы приносите. And for this, it's also our duty that we make the mines more better and more world-class. В свою очередь, наше обязательство сделать шахты шахтами мирового класса. But one thing, you guys need to make sure that our mines are safe, and when you go downstairs, you stay safe because somebody at home is waiting for you. Но от вас мы ожидаем, что каждый день, когда вы будете спускаться в шахту, будете работать безопасно, будете следить, чтобы ваши коллеги работали безопасно, потому что вас всех кто-то ждет дома. As our veterans made us proud, and we are standing today speaking to you proudly, 10-20 years down the line, our generation should see us
as veterans who did a great job to make these mines world class. Мы сегодня очень горды тем, что мы имеем возможность видеть ветеранов, которые посвятили свою жизнь угольной промышленности. Благодаря им мы сейчас находимся на этом этапе развития. В свою очередь, через 10-15 лет мы хотим, чтобы следующие поколения тоже с гордостью смотрели в будущее. So every time I come here on this day, I see the whole town coming here and celebrating this. So this shows the spirit. Когда я участвую в праздновании Дня шахтера, я вижу, что все жители города собираются здесь, на этой площади. Это показывает мужество и дух города. Горники, еще раз праздником!